хорошо играл. Мне кажется, мы слабенько играли. То есть первый период мало моментов создавали, второй. То есть я думаю, что это Дани, Данг, как говорится, хорошо они играли. А, особенно так, как если они играли вчера. А, хорошо бежали, хорошо играли. Нам, если надо находить момент, надо. Нам надо. Следующий раз видеть землю. С этой командой Донбасс играет 4 раза в сезоне, потом, по-моему, чаще с другими. Пару слов о них, поскольку вы знаете, как нужно сыграть против них, чтобы. Ну, опять же, надо смотреть на нашей игре, как мы играем, да, а не на соперника. То есть соперники все хорошие, в этой лиге хорошие. А, так что надо опять по плану надо играть, как задана задача, и надо находить момент и выиграть. Эта игра припадает на 25 декабря. Доводилось ли играть на католическое Рождество? Нет, в Америке нет. А здесь совсем другой календарь, так что совсем по-другому. Но для вас это не имеет значения? Нет. Как оцениваете эти полгода, проведенные в Донбассе, с точки зрения вашей карьеры? Ну как, то есть я очень был рад, говоря, приехать сюда, поиграть на Украине. То есть когда, я же говорю, вырос здесь, как говорится, начинал хоккей здесь. Так что момент заставил себя играть перед своими болельщиками. Так что я очень был рад приехать и играть здесь. По истечению, вот, вы сыграли там больше 20 матчей, по-моему, недобег. Насколько это положительно сказывается на вашей карьере? Ну, я не знаю, это вам, наверное, говорит. То есть я играю игры там, игры здесь, то есть мы как есть, у нас задача играть. Так что, ну, я говорю, здесь рад был приехать играть на Украине, играть немного другой стиль, немного на других полянах, но я говорю, хоккей очень хороший. А тренировки у Шуфлера чем отличаются? Ну, многим чем, то есть это опять. Другой стиль, другие поляны, другие, как говорится, задачи, так что по-другому. И как оцениваете шансы Донбасса на выходные? Ну, шансы хорошие, опять же, зависит, как мы будем играть. Если мы будем играть, как играли до этого, то есть у нас шансы очень хорошие. А если играть не будем по полной возможности, то есть опять здесь команда очень хорошая, все хотят в плей-офф попасть. Пожалуйста.